Здравствуйте, дамы и господа, это Boneworks и простейшая модификация, которая добавляет бронепластину в игру. Я даже притянуть ее не могу, нужно обязательно нагинаться. Вот такая вот пластина, довольно толстая и, естественно, пуленепробиваемая, хотя мой палец пролезает насквозь. Эту модификацию рекомендуют использовать со сварочным аппаратом. Теперь мы можем заспавнить много этих бронепластин и закрепить и зафиксировать, например, на своем теле. Легким движением руки мы закрепляем, фиксируем эту пластину. И теперь она способна спасти нас не только от пули, но и от удара. Правда, конечно, она не очень устойчива выглядит. Но давайте посмотрим, поможет ли она мне или нет, если меня будут бить в грудь какие-нибудь противники, например, нулевой. Можно даже парочку этих пластин заспавнить, но мне кажется, достаточно будет и одной. Особенно если я прыгнусь. Главное, чтобы мне по лицу не дали. Хотя, вероятно, он будет бить именно по лицу. Надо было защищать лицо. Как видите, бронепластина великолепно справляется. Вот сейчас он мне по шее, конечно, дал. Но если мы добавим еще парочку... Ой-ой-ой, кажется, он слишком разбежался. Так что если закрепить эти пластины вокруг, то можно действительно невероятных масштабов броню сделать. Что-то в районе силового костюма. Силовой брони. Так, но мы, пожалуй, удалим эту связь. Нулевой, кажется, все-таки подскользнулся и свернул себе шею. И сейчас, естественно... Заспавним помощника, который готов протестировать все эти замечательные пластины. Так, теперь, после того, как мы заспавнили нашего помощника, на котором мы все это дело будем тестировать, теперь спавним пластины. При этом они вроде как весят немного, что сделано специально, чтобы он не скрючился, не упал. Так что, я думаю, все будет нормально, Форд. Так, давайте начнем с первой. Вот сюда груди. Ее аккуратно устанавливаем. Отлично. Можно даже ближе, наверное. Паховую область тоже было бы замечательно прикрыть. Следующая пластина идет вот сюда. Так, ну прекрасно. Уже две пластины есть. Я предлагаю несколько тестов произвести. Например, если я возьму замечательный тайзер и попробую выстрелить в одну из этих пластин. Так, похоже, тайзер — это первое, что я решил протестировать. И первое, что не выдержала пластина. Видимо, толчковая сила от выпуска иглы была слишком серьезной, и Форд теперь даже встать не может из-за того, что ему мешают эти сраные пластины. Так, давайте ему поможем. О, он встал. Все отлично. Да, но пластина помогает. Урон он практически не получил, разве что сломал себе позвоночник, когда падал, но, как видите, он встал, значит, все нормально. Даже позвоночник остался цел. Так, ну что ж, надо было начать, наверное, с обычного пистолета. Давайте возьмем штурмовую винтовку, возьмем пистолет и попробуем пострелять. Уж такой толчковой силы точно не будет, как тайзера. Тайзер здесь специфичный. И порой серьезные увечья можно от него получить. Так, ну что ж, давайте возьмем штурмовую винтовку. Безупречно. Он даже не пошатнулся. И, соответственно, паховая область тоже защищена. Я как будто сварочный аппарат использую. Искры примерно такие же. Даже если я вплотную подойду, наш Форд прекрасно защищен. Так, настало время опробовать холодное оружие. Главное, чтобы он ровно стоял, и я случайно по голове не задел. Так, ну он разозлился. Но так или иначе, я не нанес ему вроде как никакой урон. Теперь у него рука застревает в этой пластине. Это, конечно, не очень здорово. Ладно, давайте дождемся, пока он успокоится. Он, кстати, так и не попал по мне, но тем не менее... Вроде угомонился. Еще один удар произведем, чтобы убедиться. Проскользнул немного, да, все-таки в пупок, где-то выше пупка попал. И
Извини. Я забыл, что здесь у тебя нет пластины. Так, ну что ж, мы проверили, что отрабатывают пластины безупречно. Естественно, вместо пластин можно абсолютно любой другой предмет использовать, и, скорее всего, это закончится таким же успехом, но эта пластина специально для этого разработана. Специально убрали вес, чтобы они не наклоняли его и так далее. При этом миниатюрные размеры, но выглядит как пластина, чтобы обеспечить какую-то защиту. Так, давайте посмотрим, как он выстоит, например, против нулевого с этими пластинами. В принципе, две пластины ему особо не мешают орудовать своими кулаками, но какая-то часть у него защищена. То есть шансы у него точно выше выстоять. Итак, спавним нулевого. Нулевой ничего не замечает, Форд смотрит на нас обозленным взглядом. Бей его, он во всем виноват. Форд? Похоже, я что-то важное ему повредил, когда ударил под глаз. Фингал у него остался. Похоже, его психика нарушена, и он больше не хочет сражаться. И нулевой тоже. Он его не замечает. Вы что, решили вдруг внезапно все подружиться? И истинного злодея уничтожить меня, который над вами издевается? Вы что-то слишком поумнее. Вот это было внезапно. Причем он попал вроде по пластине. И эта пластина его не спасла. К счастью, всегда есть еще один доброволец, который поможет нам закончить тест. Можно сзади еще пару пластин разместить, пока он отвернулся. Занят наблюдением. Наблюдает за стеной. Давайте чуть подальше. Так, пора усовершенствовать бронекостюм. Придется очень постараться. Но вроде как пока получается. Эти плиты ему уже не понадобятся. Разве что как могильная. Но у нас бюджет ограничен. Никаких похорон. Так, вот уже на Джаггернаута практически смахивает. Осталось ему какую-нибудь каску замечательную. Я, кажется, знаю, что подойдет. Это был очевидный вариант с самого начала. К сожалению, эту каску я надеть не смогу. Посмотрите, кто у нас готов. По-моему, отлично. Давайте попробуем заспавнить какого-то противника, но боюсь, что он упадет и не встанет. Но попробовать стоит. Итак, спавним нулевого. Он сразу атакует прямо в лицо. Это было невероятное пробитие. Нулевой даже не успел сообразить. Сразу получил травму, несовместимую с жизнью. Давайте попробуем еще одного нулевого. Похоже, у нас супербоец получился. Да, смотрите, защищает пластины. Один удар был совершен. И все, нулевой вообще не понимает, что происходит, что делать. В такой ситуации все-таки он на него сагрился. Пытается обойти в спину, потому что спина не защищена. И снова Форд побеждает. И все благодаря нашему изобретению невероятному костюму. Так, теперь настало время серьезных испытаний. Начнем с наковальня, которая прилетит ему прямо на его броню. Нам сначала нужно ее найти. Вот он, наковальня. Далее нам потребуется манипулятор, чтобы эту наковальню швырнуть. Теперь мы открываем аккуратно крышку. Мы вытаскиваем саму наковальню. Наводимся. И производим выстрел. Итак, невероятно мощный удар. Наковальня отправляется прямо в центр Форда. И пластины, похоже, ему не помогли. Да, слишком серьезный был удар. Боже мой, как трагично. Покойся с миром. Так, убираем пластину. Убираем связь, точнее. Пластины оставляем. Потому что по наследству у нас пластина переходит. Видите, как он машет, он счастлив. Счастлив быть частью эксперимента, но не знает еще, что его ждет. Так, давайте этому добавим еще немного пластин, потому что испытание будет крайне серьезным.
И боюсь, что он ни при каких условиях все же не выживет. Так что увеличим его шансы. Хотя бы увеличим. Это все, что я могу сделать. Да, и при этом у этих пластин, видимо, ограничения нет на спавн. Как у многих других предметов. Так, давайте залатаем вот здесь дырку. Почти все дырки попытаемся залатать. Залатаем эту дырку. Возьмем еще пару пластин, поместим на одну сюда. Блин, как же он начинает нервничать. Не очень удобно уже размещать. Одну также вот сюда, ноги закроем. Так, ну и уже тяжело, кстати, наклонил голову. Хотя, может быть, он грустит. И закроем глаза также. Защитим глаза от осколков. Пора организовывать заключительный тест. Нам понадобится взрывчатка и детонатор. Я думаю, вы понимаете, что это значит. Вообще, достаточно, наверное, одной взрывчатки. Да, давайте одну взрывчатку. Может быть, он выживет все-таки. Но очень сомневаюсь. Так, а детонатор я не заспавнил. Вторая взрывчатка тоже взорвалась. Возможно, его она и добила. Но мне кажется, он умер мгновенно. Пластины в такой ситуации, конечно, не помогут. Пал еще один боец. Теперь он в лучшем мире. Растаял у нас на глазах. Я как Solid Snake. Но у меня отверстия нет в коробке. Ни хрена не вижу. Не знаю, куда я иду и боюсь, что я здесь застрял. Но на самом деле неплохое жилище. Вот тут небольшое отверстие для проветривания есть, по крайней мере. Что ж, господа, на этом мы закончим. Всем спасибо за просмотр. До новых встреч.